Всем привет! Мы на канале Vita и Млак. Меня зовут Мария, и сегодня мы с вами в районе Томюк на строительной площадке комплекса Мерсина Люкс. С нашего обзора последнего тут заметные такие изменения. В данный момент достраиваются последние два блока, всего их 10. 7 блоков справа от меня. В них все квартиры планировки 2+1, и также будут коммерческие помещения. И 3 блока, в которых квартиры 1+1 и 2+1. 2 блока, блок А и блок J, уже начали штукатурить. Ну и давайте зайдем в один из блоков и посмотрим, что там происходит внутри. Мы сейчас зашли в блок J, и у нас для вас есть хорошие новости. Здесь практически готов шоу-рум. Еще остались, конечно, работы, которые не завершены, но мы вам решили все равно показать. Поэтому, думаю, нашим покупателям будет очень интересно. Давайте вместе смотреть. Сейчас мы находимся в квартире 2+1. Здесь такой вот широкий вход, и на входе установлен большой 4-дверный шкаф от застройщика. Мебель выполнена в таком вот стиле, приятные тона, сочетание с деревом, такие вот оттенки спокойные. Ну и давайте пройдем на кухню и будем смотреть дальше. Начинается входной зоны до мокрой зоны кухни. На полу уложена крупная такая плитка. И здесь уголком выделена у нас зона кухни. На кухне еще дополнительное окно, что тоже, считаю, большой плюс. И можно заметить, что здесь очень такая широкая ниша под холодильник. Давайте пройдем дальше в гостиную. Гостиная очень широкая, светлая. Здесь очень много воздуха, потому что в гостиной есть 2 окна и дополнительное панорамное окно с выходом на основной балкон. Квартиры, кстати, здесь двушки, они угловые, и они выходят на 3 стороны света. Давайте пройдем на балкон. Балкон просто огромный, здесь можно остеклить и сделать дополнительную еще комнату. Балконы эти выходят на заднюю часть двора в этом блоке и смотрят на комплекс Виолетта от того же застройщика. Ну и далее по коридору у нас идет гостевой санузел. Здесь очень такая большая довольно душевая кабина, просторная, много места. И далее проходим в детскую спальню. В детской у нас такое большое окно, и окна здесь отличаются. Обычно у нас здесь Мерси не устанавливают раздвижные окна, а здесь такая открывающаяся створка, что тоже, может быть, кому-то будет более удобно в пользовании. Ну и давайте смотреть основную спальню. Мы сейчас в основной спальне. Спальня очень просторная, здесь есть место для большого шкафа, для двухспальной кровати, и можно даже поставить какой-то небольшой там косметический столик, либо рабочий стол. Здесь есть отдельный санузел, он поменьше, чем гостевой, но в любом случае, думаю, это очень удобно. И из спальни у нас выход на технический балкон. Вид с технического балкона открывается на территорию комплекса. Площадь этой квартиры 86 квадратных метров. Это чистая жилая площадь нетто. И я думаю, даже на видео вы можете увидеть ее масштабы.
теперь давайте посмотрим квартиру 1 плюс 1. В прихожей у нас такой вот небольшой коридорчик, и здесь установлен тоже шкаф с зеркалами. Все выполнено в таком же стиле, как и в квартире 2 плюс 1. Санузел здесь, кстати, для квартиры 1 плюс 1 очень большой. Большая душевая кабина, есть много свободного места. Ну и проходим на кухню. Площадь квартир 1 плюс 1 в этом блоке 55 квадратных метров. Это чистая жилая площадь. Ну и нас удивила даже кухня, ее масштабы. Для однушки, я считаю, здесь очень большая кухня, много рабочей поверхности и также очень широкая ниша под холодильник. Зона гостиной тоже довольно просторная. И из гостиной у нас выход на балкон. Всего балконов в этой квартире 2. Основной площадью примерно 7,5 квадратов. Планировка квартиры 1 плюс 1 нас приятно удивила. Мы сейчас в спальне, и посмотрите, какая она большая. Здесь есть очень много пространства, есть место под большой шкаф, под кровать. Есть дополнительно можно поставить какой-то рабочий стол. И из спальни мы попадаем на технический балкон, который тоже довольно просторный. Здесь будут выходы под кондиционер. Напомню, что комплекс Мерсина Люкс расположен в районе Томюк, в пешей доступности от пляжа. И если вам интересен обзор этого района, у нас недавно вышло обновленное видео, ссылочку тоже оставим вам в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.